Тахикардию и брадикардию у ребенка в утробе матери смогут выявлять балхашские врачи. В диагностическом центре появился специальный аппарат для проведения кардиотокографического исследования, который измеряет частоту сокращений сердцебиения плода. Кардиографию ребенка проводят мамам на сроки от 28 недель и выше по показаниям врача. Беременную укладывают на кушетку и подключают два датчика. Один в области дна матки, второй на уровне сердца малыша. В этом положении пациентка находится около получаса. За это время на мониторе фиксируется сердечная деятельность плода и сокращение матки беременной. Дополнительно во время обследования в руках у беременной находится специальная кнопка. Ее женщина нажимает, когда плод шевелится, ведь из-за движения могут быть дополнительные помехи в результатах. Итог исследования аппарат печатает на бумаге, которую мы вклеиваем в карточку. С помощью кардиотокографического исследования определяют тахикардию и брадикардию у плода. Это учащение или падение ритма сердца. За месяц через новый аппарат прошли больше 30 будущих мам. Отклонений в развитии медики не обнаружили. На исследование беременных женщин направляет гинеколог. Прием проводится бесплатно.